Здрасте, это Саша. Как какой Саша? Мама, она спрашивает, какой Саша? Алло, а вас что, не предупредили, что буду звонить по телефону, знакомиться? Вспомнили? Саша меня зовут. Я холостяк, мне 41 год. Возраст, знаете, зрелый. Мамка говорит, надо с какой-нибудь познакомиться. Вы тоже так считаете? Хорошо, может, не отвечать, потом сюрприз будет. Не, никто не хрюкает. А, это я смеюсь так. Привыкайте, это ж вам на всю жизнь подарок. Чего? Как я вылезу? Мама напрашивает, как я вылезу? Все говорят, хорошо. Мне больше 40 вообще никто не дает. Даже мама. Да вы тоже, говорят, уже не девочка. Не, ну вы не обижайтесь, в том смысле, что у вас свой мальчик есть. Ничего, я детей люблю. А сколько у вас детей? Хорошо, может, не отвечать. Потом сюрприз будет. Чего? Давно ли решил жениться? Кто? В каком пальто? В кожаном? Мама напрашивает, у меня пальто кожаное есть? Нет? Нет никакого пальта? Чего? Нет, не женился почему? Да потому что робкий по натуре. А меня в детстве собака испугала. Да, в лет 25. Как я помню, сижу на кухне, ману кафу ем. Она как хопнет по телевизору. Все пор робки на голову. А вы сколько раз замужем были? Хорошо, может, не отвечать. Потом сюрприз будет. Чего? Чего я по выходным делаю? Хобби? Мама, она спрашивает. По выходным к нам какое-то хобби приходит? Нет? Алло. Нет, сейчас выходной. А мы с мамкой вдвоем. Без всяких хобби. А зато у меня вся голова подсолнцем масле. Не, никто не проливал. Это мамка меня смазывает, как удобрением. А чтоб не все волосы выпали. Не, у меня не все выпали. Ну, я-то лучше знаю. Мы с мамой каждый вечер пересчитываем. Чего, затем рассказываю. А мама здоровье прочитала, это журнал «Здоровье». Она говорит, может, вам пригодится? Вы сами брюнетка, наоборот, лысая, парике. Хорошо, может, не отвечать, потом сюрприз будет. Все? А себе все рассказал. Встречаться можно, да. Ну как? Что я? Жених заочник, что ли? Мне тоже хочется. Все? Сегодня? Когда? 22 чего? Вечера? Не, мне так поздно, мама не рушает, гуляет. Незнакомая женщина. Почему? По качану. Она говорит, вам всем одно и то же надо. Мне? Мне это даром не надо. Поликлиника рядом. Бегать в поликлинику. Да. Просунуть голову в регистратуру. Все с мамкой бегаем, просунем. А что отпросить? А, не ставим пошлю. А куда? Ну, интересно, куда? Хорошо, можете не отвечать. Потом сюрприз будет. Друзья, профессия винокура требует твердости характера. Но одновременно с этим винокур бывает удивительно мягким, трогательным и даже сентиментальным. И в доказательство посмотрите кадры, снятые в доме, где прошло его детство. А это печка знаменитая. Вот старая печка, она топилась. Тогда было, и да? Дед вот такой высокий, он стоял обычно вот так. Стоял, думал, это грел руки. Приглашал нас внуков, говорит, да, погреть. Вот. Он был здоровый человек по натуре, никогда не болел.
И он всегда приходил к нам, уже мы на другой квартире, на новой жили. И дед приходил, и 1 мая, там, ну, праздники. И я обычно ритуал у нас был, шел в ванну купаться, я ему спину тер. Потом садились за стол, дед брал стакан водки. Полный? Полный, да. Он выпивал его, кушал. Потом мы шли его провожать сюда, к бабушке в гости, все. И один момент, я помню, 1 мая он пришел, стал пить, значит, водку за обедом, полстакана выпил и поставил. И говорит, нет, сынки, я, наверное, помру. Не идет, да? Не идет. Вот, и он почувствовал, и действительно он вскоре умер. А ты знаешь, только вот после того, как мы приехали в Курск, вот здесь я побывала, увидела вот твоего брата, увидела каких-то людей, я, в общем-то, вроде бы тебя так давно знаю, а вот стала понимать только сейчас. Да, это к тому, что во мне сидит. То, что ты говорила, в хорошем смысле, в периферии, вот этот маленький домик и все такое прочее. И я все время хочу в маленький домик. Хотя живу в больших домах, и в больших гостиницах, в больших городах. И все равно я помню вот этот маленький одноэтажный домик вот с этой печкой. Я не думал, что ее когда-нибудь увижу. Ну, а теперь, дорогие мои, самое время посмотреть, какой винокур на сцене. Я Юрой зовут. Я живу с женой и ее родителями, в квартире ее родителей. Как сказал бы Гамлет, бедный Юрик. Оба их родителей жены, вот буйный склероз на почве обладания недвижимостью. Они каждый день меня спрашивают, а ты здесь кто такой? Не, ну в семейной иерархии у меня авторитет высокий, и я по рейтингу я немногим уступаю коту Барсику. Я своему напарнику Витьку 10 лет на работе в жилетку плакал. Ну, видать, ему надоело все это. Он взял на прокат дорогой костюм, укладку сделал, маникюр. И во всем этом блеске приперся в мое отсутствие ко мне домой. Ну, там, слава богу, Витька в лицо-то не знали. Вот. Ну, и он с английским акцентом, Витек, с английским акцентом, заявил моей очумевшей родне, что я являюсь единственным наследником 10-миллионного состояния умершего там в Америке дяди. Слышь? Вот, посетовал, что меня нет дома, сказал, что по делам вынужден уехать в Нью-Йорк, а через месяц вернется, и я подпишу документы и вступлю во владениями вот этими деньгами и в фамильном ранчо в Техасе. Когда Юрок ушел, ну, мои родни, видимо, вообще был инфаркт с инсультом, приходящим в мениск. Вот. Я ни сном, ни духом, как ни в чем бывало, подработал, чешу домой. Ну, без видимого удовольствия, ну, как каждый день. Открыл дверь и остолбенел. Прямо передо мной стоит теща в русском народном сарафане, кокошники. В руках поднос с хлебом солью держит. То ли, думаю, свихнулась, то ли пьяная старушка. И тут теща говорит, а кушайте хлеб соль в знак любви и уважения. Я даже оглянулся, думал, кому она? Это она меня-то любит и уважает? Зачем же 10 лет это было она так тщательно скрывать? Теща хлеб мне протягивает, говорит, откушай, мой золотой зятек. Это ж, думаю, сколько ж я чинов перескочил из вонючих козлов, сразу в золотые зятья пожаловал. И говорит, прими, мол, этот каравай. Я, знаешь, вот, я тут немножко, знаешь, вот, заподозревал, думаю, даже провокация какая-то, думаю, значит так, я принимаю каравай, а она мне по морде под носом. Ба-ба! Я так даже шаг назад сделал, и тут тесть, кинулся ко мне в ноги, как коршун, и стал шнурки развязывать. Думаю, все, сомнения отпали.
хотят на шнурках повесить. Он снял с меня туфли, вытер рукавом и сказал: мы вас так ждали. Точно, думаю, это самое, перепились, в глазах двоится. Он меня на «вы» назвал только один раз, когда «выхухолью» назвал. Я, говорит, всегда любил тебя как сына. Да я тебе чмокну. А он меня каждый день чмокал, как махнет, ну, водяры, да? И сразу говорит: ты чмо, ты чмо. И теща сразу ожила. Говорит: я так часто была не права. Если хочешь, мой золотой зятек, ударь меня. Ударь меня. Да, это же надо, да? Вот, вот угадать самое интимное, да? Вот, она сказала: ударь меня, мой золотой зятек. Я думаю, если бы она мне утром сказала, я бы ее вырубил сразу. Один удар. А тут я, значит, задумался, думаю, вот как бы вот, ну вот, вот этим одним ударом максимальный ущерб. Только замахнулся, жена выбегает: пойдем скорее ужинать, дорогой. Знаешь, дорогой, проговорилась. Дорогим меня назвала. Может быть, хотят откормить, на органы сдать. В другой ипостаси я себя дорогим никогда не чувствовал. Тут те с тещей меня подхватили на руки и на кухню внесли. А жена говорит: у нас сегодня на ужин шашлык из семги. Значит, котлеты по-киевски, царская солянка, стерлядь на пару. Все, думаю, точно, точно откормить хотят. И на органы, все мои органы продать. Не, поросенок тоже до поры до времени думает, что его из-за доброты так кормят. Да. Только расслабишься, и окажешься в колбасе, видишь, пика. Я вилку отложила, говорю: а не пойти ли мне посмотреть телевизор? Строить телевизор. Меня уже внесли на руках в зал, и теща сразу включила. Ну, спорт, ну, футбол, без пыток. Просто сама врубила с той же лошадиной улыбкой. То есть я в этом доме за 10 лет футбол смотрел один раз, когда показывали бабский сериал, и там мужик сидел и футбол глядел. Тут жена заявляет: может, я, дорогой, сбегаю в магазин за пивом? Ну, то есть я ушам не поверил. Знаешь, вот в одной фразе четырежды меня убило нафиг. Милый, я для тебя сбегаю и за пивом контрольную. А ты, говорит, какое пиво хочешь? Последнее вот, что меня спрашивали в этом доме: когда ты сдохнешь? Я пивка втянул, литрик. Да, сижу, отхлебнул. Теща мне губки салфеткой. Я разомлел, слюни специально пускаю. Вот. Сижу. Куда, спрашиваю, бутылку можно поставить? Тесть одним прыжком через всю комнату перелетел, встал на карачки и сказал: ставь на меня, мой золотой зять. Куда только радикулит делать? Я бутылку на радикулит поставил, бобу об башку его оббиваю. Теща рыбу чистит, кости выбирает, филейную часть в мой изумленный рот вставляет. Ну, просто рай в отдельно взятом государстве. Тут жена говорит: любимый, я прошу тебя, иди в постельку. Ну, полегчало ей, видите ли, 10 лет у нее голова болела. Иди, мол, скорее ко мне, мой птенчик, я хочу свой супружеский долг выполнить за 10 лет поквартально. С 99-го начинаю. Так что я хоть в голодухе, но больше двух кварталов не вынес. Вот уснул, как убитый. Вот меня под утро комар разбудил. Так они этого комара живьем поймали и пытали до тех пор, пока он извинения у меня не попросил.
Но я когда глаза продрал, жена спрашивает: «Милый, что ты будешь на завтрак?» Обычно меня спрашивали в этом доме: «Ты будешь что, посуду мыть или полы?» Короче, проводили меня на работу. Ну, вот так провожают на работу, ну, я не знаю, Билла Гейтса, вот, день зарплаты. Пришел я счастливый на работу, и тут Витек мне все выложил. Ну, и вот теперь я думаю, граждане дорогие, или рассказать им правду и всю жизнь мучиться, или пожить месяц по-человечески, а там путь что будет. Эй! А сейчас, друзья, я хочу показать вам кадры, снятые более 30 лет назад. Много лет назад, когда я еще работал в вокально-инструментальном ансамбле «Самоцветы», я очень дружил с нашими хоккеистами, особенно с Валерой Харламовым. И вот я пригласил Харламова, Михайлова и Третьяка Владика пригласил в Лужники на концерт «Самоцветов». Ну и они пришли, там есть подъезд 10-й. Такой служебный подъезд. Я их встречал. Ну, тогда, в общем, еще, как говорится, молодой, никому неизвестный и никому не нужный, в принципе. Вот. Я их встречаю и говорю: «Ребята, рад вас видеть. Пожалуйста, проходите». Ну, конечно, дежурная. Служебный подъезд Дворца спорта, Лужники. Она кого увидела? Харламов, Михайлов и, естественно, Третьяк. Она говорит: «О, ребятки, заходите». А я последний, как бы, хозяин, да? Она говорит: «Молодой человек, постойте, не надо вот так нагло. Тут идут спортсмены большие. Идите отсюда, тут служебный вход». Мы заметили, что когда мы прошли, то Володи с нами не оказалось. Оказывается, его задержали в этой проходной и спросили его билет. Конечно, у него билета не оказалось. И я тогда сказал: «Да это наш запасной игрок, вот новый молодой игрок в ЦСКА». Тогда его пропустили. Но он немножко, конечно, ему было не очень приятно, может быть, что его не пропустили, потому что он нас пригласил на концерт. И он подошел и сказал: «Да, сегодня я запасной игрок, но завтра я постараюсь выбиться в основные игроки». Я недавно как раз виделся с Третьяком. Он мне говорит: «Слушай, ну ты уже, как я, почти подполковник». Он уже подполковник. Он говорит: «Ну у вас как звание, когда народное, это подполковник или что?» Я говорю: «Нет, у нас это генерал». Сказав это, Володя не преувеличил. На эстраде сейчас он действительно генерал юмора. Многие из вас, дорогие мои, даже не верят, что было время, когда Винокур чуть было не стал строителем. Однажды на концерте мне пришла такая записка. Володя, и вот такой вопрос. Владимир Натанович, это правда, что вы работали на стройке? Конечно. Я закончил техникум строительный. И, естественно, где же работать? На стройке. Вот. Жена до сих пор говорит: «35 лет живем, ни разу не видела, как ты гвоздь вбиваешь». Ну, квалификация-то уходит с годами. Вот, ты расскажи, как ты кефирчик пил на стройке. А, нет, это не кефир, а просто, когда я пришел на стройку дублером мастера, у нас дипломная практика была, там прораб, главный на стройке, вы знаете, а мастер, ну, второй человек, а я был дублером мастера, то есть, ну, как бы третий, пятый. Ну, 18 лет, ну, 5 рублей по тем временам дает прораб и говорит: «Сбегай». Ну, бежишь в магазин, значит так, бутылка водки 2,87, булочка французская, колбаска нарезанная и кефира бутылочка. Почему кефир, я не понимал сначала, а потом понял, когда мне мастер наливает стакан водки. Я говорю: «Это что, все, я должен выпить?» Он говорит: «Мы тебя как бы... прописываем в строители. Строитель, он 250 берет сразу». Ну, я махнул эти 250. Он говорит: «Быстро кефирчиком, быстро». Я кефиру стакан раз. Он говорит: «Нормально. Это нормально. Жди». Я говорю: «Может, колбаски?» Он говорит: «Рано». Ну, такой поэт был. Такой алкаш-поэт. Вот. Ну, а тут отец у меня был начальником управления строительного огромного. Кричат: «Винокур приехал». Это в Курске был. А я уже принял вот этот стакан. Дождался, что он подействовал. А на улице 25 градусов жары. Вот. А мы траншею проводили, там теплотрассу. Я в эту теплотрассу прыгнул.
взял эту лопату, а уже поплыл, на лопату опираясь, как будто копаем. Вот. Он идет, отец говорит, ну как тут практиканты? Прораб говорит, нормально, нормально. Он говорит, а что так далеко стоишь? Он говорит, да так, чтобы не дышать, луку наелся. А он тоже уже плывет, потому что он два стакана выпил. Отец говорит, молодец, мастера вот так должны работать, рядом с рабочими. Тогда поймешь, почем фунт лихо, как хлеб зарабатывать, а я стою там, думаю, быстрее бы ушел, потому что сейчас упаду там в теплотрассу, в лужу, лужа огромная. Короче, вот сдал первый экзамен на это дело. Вот, потом вспоминал часто прораба, потому что попробуйте дома, выпейте водку, запейте кефиром. Класс! Прошло 40 лет с лишним. Ощущение колоссальное. Друзья, а ведь в какой-то мере именно благодаря прорабу Торпенко, о котором только что рассказал Владимир Винокур, Винокур и стал пародистом. Дело было так. После того, как Юрий Маликов предложил нашему герою сделать номер, Володя с ведома мамы решил проверить свой дар пародиста на отце. Я был просто несколько дней дома, вот, и к отцу должен был прийти один из работников, прораб там. Я с ним работал когда-то, Торбенко такой. Это когда ты строительным техником? Когда я на практике был, я был дублером мастеров. И, в общем, он должен был прийти к нам домой. Отец был на кухне. А мама, значит, в другой комнате. И вдруг, значит, уже отец рассказывает, говорит, я слышу голос Торбенко, который говорит, Анна Юльна, а что, это Натан Львович здесь? Что, ну, я приехал и еду, мне говорят, что его нет. Он такой картавился. А что, я ему говорю, а он мне сказал, что я... И отец выбежал, а стоит мать и я. Он говорит, что, Торбенко пришел? Торбенко пришел? Да. Я говорю, да, пришел, Наталья Львович, пришел. Он говорит, ну, это, говорит, попадание точно. Вот, и это был такой такой мини-экзамен. Экзамен, да. Вот, и я понял, что могу. Снова ночь рисует мне в замусоленном окне моего лица портрет Мадонна. Снова, словно в первый раз, наблюдаю битый час, как красив мой силуэт Мадонна. Я люблю себя до слез. Этот лоб и этот глаз, этот профиль, этот глаз, этот рот и этот нос, лепестками алых роз, в небо губы устремлю. Я люблю до слез, без ума люблю. Ты меня любишь, но я тебя люблю больше. Как я прекрасен, Господи Боже. Между песней попсой нет родства, в песни музыку кладут на слова. А попса это то, где артисты всегда и на музыку кладут, и на слова. Я пою об одном, а не о другом. Я красиво, а не с матерком. Почти полвека я стою на самом бедном месте. И вам на счастье отдаю антоновские песни. Нет новых песен у меня, но старые остались. А на упрек скажу, друзья, вы уважайте старость.
А на упрек скажу, друзья, вы уважайте старость. Меня по шляпе люди узнают. Вот Аладдин держал все счастье в лампе, а я же в шляпе и хожу, и сплю. И потому успех свой не прошляпил. Пере-пере-пере-радио, петь песни не люблю. Ведь там не видно шляпу модельную мою. Пока-пока пою, а если петь я перестану, открою фирму шляпную свою. Так что занимайте очередь за боярскими шляпами. Ты поманила, я за тобой поплыл. Деньги вперед просила, щедро я заплатил. Я ж думал, ты инструктор, ждал баттерфляя я. Но вдруг услышал плеск, и нет тебя. Марджанджа, Марджанджа, где ты, мой друг? Ты уплыла, и деньжата уплыли. Марджанджа, Марджанджа, но вижу вдруг, что таких, как я, вокруг. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. В общем, сбился я со счету. Мужики, все, концы в воду. Друзья, двигаемся дальше. Все вы знаете, что Винокур и Лев Лещенко дружат со студенческих лет. А поскольку Винокур по части розыгрышей и приколов впереди планеты всей, он однажды классно разыграл своего друга. Володя сообщил Леве, что в музее восковых фигур появился новый экспонат – бюст Винокура. И пригласил друга посмотреть на это чудо. Заметьте, Винокур так мастерски провернул это дело, что Лещенко, несмотря на 1 апреля, принял все за чистую монету. Съемка, правда, сделана на домашнюю камеру, поэтому качество не очень. Зато розыгрыш первоклассный. Хотя бы ручкой. Ну, так, волосишки так немножко. Ну, слушай, еще. Да, ну, я портфельчик подержу. Это подержу. Ну, как? Слушай, ну, что-то вообще очень купо как. Ну, да, ты, терни его за волосы. Ну, вы дураки. Друзья, о дружбе Винокура и Лещенко я могла бы рассказывать много и долго. Но я считаю, что об этом они сами правдиво рассказали в песне «Двуглавый орел». Пройдись-ка, Вова, туда-сюда. Да ты вправду суперзвезда. Ты парень стройный и так поешь. Кого захочешь, с ума сведешь. Но так уж вышло моей судьбе. Я подражаю всю жизнь тебе. И мне приносят твои цветы из
звезда Ветлёва, звезда Ветлёва, звезда Ветлёва, конечно, ты. По-братски раздели мы престол, за жизнь мы успели сродниться. Мы просто какой-то двухглавый орел, красивая гордая птица. Пускай не вместе мы смотрим сны, с тобой друг другу всю жизнь верны. Мы друг за друга всегда горой, но все ж ты первый, но все ж ты первый, но все ж ты первый, а я второй. Ты не умеешь, мой друг, читать, нам вечно в небе вдвоем летать. Вдвоем достигнем мы высоты, вторым я буду, вторым я буду, вторым я буду, а первым ты. По-братски разделим мы престол, за жизнь мы успели сродниться. Мы просто какой-то двухглавый орел, красивая гордая птица. Мы просто какой-то двухглавый орел, красивая гордая птица. По-братски разделим мы престол, за жизнь не успели сродниться. Мы просто какой-то двухглавый орел, красивая гордая птица. Друзья, должна сказать, что подготовить каждый новый номер к исполнению – это вам не блины испечь. Поэтому каждый день в театре Винокура идут репетиции. Выйду на улицу, к девкам пойду, голосом звонким я им подпою. Выйду на улицу, к девкам пойду, голосом звонким я им подпою. Ребят, вот подпою звонким голосом, паузу делаем небольшую, потом продолжим репетицию. Но у нас, дорогая гостья, пришла, это Регина Игоревна Дубовицкая. Она хотела пару слов вам сказать. Она хотела прежде всего тебя поздравить с днем рождения. Спасибо. Да. И уж извини, хочу задать тебе несколько вопросов. Я готов ответить вам. Ты готова. Ребята, вам тоже будет интересно послушать, поэтому давайте поближе ко мне. Володя, расскажи, как ты познакомился с Марком Бернесом. Уверена, что эта история неизвестна даже твоим артистам. В Курске в 14 лет я стал лауреатом конкурса областного. Я во Дворце пионеров пел в хоре, солистом был. И за песню «Хотят ли русские войны» я, значит, был награжден обкомом комсомола поездкой в Артек. В Артек. И в Артеке мне повезло, потому что, когда мне вручали награду, в эту смену приезжал Гагарин Юрий Алексеевич, и есть фотография, у меня награду вручают, а сидит Юрий Алексеевич Гагарин. Вот. И я привернулся домой уже космонавтом. Тогда соседи были как родственники. Двери были открыты, в общем, приходили друг к другу в гости. Короче, в город приезжает тоже очень известный и любимый артист Марк Бернес. Артист кино, эстрады, певец прекрасный. Все. Короче, фурор в городе, билетов не достать, все. А оказалось, мой сосед по лестничной клетке с ним учился в городе Харькове в техникуме. И все великие люди, они из техникума вышли. Вот. И он приходит к нему в гости. Заходит ко мне, значит, сосед и говорит: «Вова, давай быстрее ко мне, там
ко мне гость дорогой приехал. Но я ничего не соображаю, в спортивном костюме прихожу, смотрю, Марк Бернес, это с ума сойти можно, знаешь. Я говорю, здравствуйте, Марк Наумович. А он говорит, говорят, ты поешь, пацан. Я говорю, пою, да, я пою. И что? Лауреатом стал конкурса, я говорю, областного. А что поешь? Хотят ли русские войны? Давай. Хотят ли русские войны? Он говорит, что ты орешь, они же не хотят войны. Ну, разве можно так? Смотри, хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Он артист был, понимаешь? И я запомнил это на всю жизнь, потому что мне повезло еще раз, когда через много лет я, будучи солдатом и артистом военного ансамбля песни и пляски ордена Ленина Московского военного округа, на концерте на «Динамо», праздничный концерт был, и я стою, готовлюсь к выходу, вот, и вдруг вижу, сидит Марк Бернес с палочкой вот так, сидит, около него там какой-то человек в белом халате. Думаю, что такое? Подхожу, говорю, здравствуйте, Марк Иванович, это я, Володя, который, ну, вы с моим соседом учились Курске. В техникуме в Харькове, а в Курске я вам пел. А он говорит, да не пел ты, а орал. Хотят ли русские войны, я помню. Представляешь, память, все. Я говорю, ну вот так вот, ты чего делаешь? Я говорю, вот пою в ансамбле песни и пляски ордена Ленина Московского военного. А, Баблоев, Сурен, хороший дирижер и хороший музыкант. А ты дальше-то куда пойдешь? Я говорю, дальше в театральный институт на актеры музыкального театра. А, мускомедия, да. А я вот, видишь, меня из больницы привезли, песню новую буду петь. Написал Яник Френкель. Ян Френкель написал тогда «Журавли». «Журавли», да. Он говорит, сейчас спою и поеду отдыхать в больницу. Мне повезло по жизни немыслимо. Надо делать отдельную передачу, с кем я виделся, с кем встречался. Причем с детства. С детства, да. Володя, а это правда, что в студенческие годы ты подрабатывал в цирке? Вот я этого не знала. А в цирке, да. Однажды там... У меня был знакомый хороший композитор молодой, Алексей Черный. Леша Черный, ты его помнишь, конечно, да. Леша написал песню для представления циркового на Цветном бульваре. А учитывая, что в советское время все программы были тематические, там... Цирковые, да? Цирковые тоже тематические. Ну, там, Дню авиации, Дню Победы, Дню... И это была посвящена строительству КАМАЗа. Завод КАМАЗ строился. И Леша написал песню такую. Это все причитается нам по судьбе, по мечте, по годам. Я должен был выходить на носу корабля, сидел, пел. И в финале представления я пел... Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Но самое главное, я познакомился в этой программе с Юрием Владимировичем Никулиным, который, они два были клоуна, Юрий Владимирович Никулин и Шуйдин. Михаил Шуйдин. Угу. Два очень известных человека. Кстати, это вот было время, когда Никулин снимался безумно много в кино, и он был просто вот, пройти невозможно было по улице, на него бросались, висели, Никулин. Вот, я как-то сумел сдружиться с Юрием Владимировичем, он ко мне по-отечески относился, вот, и даже что-то откровенничал, я рассказывал, у них была реприза, но все помнят, реприза, когда они с Шудиным бегут, а за ними женщина с овчаркой, она ее отпускает, и овчарка их кусает там за ватные штаны. Да. Короче говоря, вот такая вот была история. А я до этого рассказывал Юрию Владимировичу, что в детстве меня покусала овчарка, и я как-то так сторонился, когда они репетировали. Собаку, да? Да.
Это потом у меня по жизни было столько собак, что я с ними, в общем-то, в обнимку до сих пор. Вот. А тогда вот у меня была детская вот эта болезнь. Да. Короче, я прихожу на спектакль, а всегда Юрий Владимирович до спектакля меня встречал, мы обменивались анекдотами. Это еще тогда было? Да. Он очень любил собирать новые анекдоты. Короче, я подхожу, смотрю, Юрий Владимирович вот так меня увидел, стал что-то заволновался. Я говорю, что случилось, Юрий Владимирович? А он говорит, Володь, у нас беда. У Шуйдина на этом месте, на заднем, у него это фурункул. Ну, его лечат, но он не сможет со мной выйти в этой сцене с собакой. Володь, заменишь его. Я с руководством договорился. Но я говорю, как, мне же петь? Отменим пенсию сегодня. Зарплата, это не скажется на зарплате. Все нормально. Пойдем ко мне в гримерную. Заходим в гримерную. Я мокрый весь, потому что я вспоминаю, собака бежит и сзади кусает их за эти дела. Вот, он посадил меня в зеркало, берет красное, это самое, грим. Нос мне мажет, щеки. Он говорит, не бойся, все нормально будет. Мы договорились, двойной тебе сделают. На заднице двойной сделают такой пакет, чтобы не прокусило. Вот. А она такая слабая, старенькая уже, зубы не очень. Ну, чуть-чуть надкусит. Я сижу, у меня под градом, и я смотрю в зеркало и вижу сзади ширма гримерки. Вот так трясется. Ну, что такое? У меня уже галлюцинации. Что там собака? А там был Шуйдин, который умирал от смеха, потому что он в щелочку видел, какой я мокрый, что я... И вот так меня Юрий Владимирович разыграл. Да? Вот такая история. Но честно хочу сказать, что мы дружили с Юрием Владимировичем с тех пор очень-очень-очень долго. И он всегда шутил. Говорил, мальчик, когда я стал уже популярным, вот уже все закончил, там все конкурсы, там уже даже был уже со званием. Он говорит, мальчик, ты меня обманул. Вот у нас Кобзон пел и стал певцом. Куба, любовь моя, помнишь? Вот. А ты пел, это все прочитать. А стал клоуном, ты меня подсиживаешь. Вот так, да? Да, он так шутил. Вот такая вот история. Ну что, Володя, не буду больше тебя задерживать. Зря, я готов. Да, от репетиции. Желаю, чтобы она прошла успешно. Теперь, дорогие мои, пришло время вспомнить, как однажды я задала герою нашей передачи вопрос, ответ на который наверняка вам будет интересен и сегодня. А вопрос был такой. А вот ты сам, интересно, когда почувствовал, что стал известным и популярным? А очень просто, да. Самые известные и самые любимые концерты были 10 ноября. Они назывались «День милиции». И вот первое мое участие, это 77-й год, 10 ноября выступил. И после этого меня остановил работник ГАИ за нарушение, я там перестроился неправильно. И я думаю, ну все, конец. Открываю стекло, он посмотрел на меня, говорит, проезжайте, спасибо. И я понял, что наступило это время. Если узнал работник ГАИ, значит все. Нет, еще стали давать без очереди колбасу в магазине напротив. В гастрономе колбасу давали без очереди. Тоже. Проходи, Володь, иди сюда, давай. Ну ладно, истории историями. А сейчас, друзья, давайте продолжим получать удовольствие от того, каким ярким, смешным и неожиданным всегда бывает Владимир Винокур на сцене. Господи, я так волнуюсь. Ой, сегодня замуж выхожу. Так переживаю. Мне ж только 18 лет исполнилось, как я на пенсию вышла. Вот думаю, не поторопилась ли я, знаете, мне говорят, ты дура, ну, немножко есть, конечно. Нет, но я спрашиваю, как ты будешь рожать? Девчонки, я вам так скажу,
Рожать нужно после 60. Ничто так не скрашивает пенсию, как материнский капитал. Так, проверим еще раз. Фату надела, свадебную подвеску надела. Что-то я забыла надеть. А, зубы, ну ничего. Я так особо улыбаться не буду. Я почему так долго не выходила замуж? Ну, между нами. Искала себе мужика хорошего. Я очень переборчива. Я всех мужиков в нашем городе перебрала. Нет, 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 у нас город небольшой. Миллионник. Нет, ну не могла выбрать. Пришлось по второму кругу гнать. А мужики, они же как поговорки. Встречают по одежке, провожают без. Нет, я долго себе мужика искала. Ой, помню, ко мне этот певец клеился. Ну, известный очень. Помните, Шаляпин? Вы знаете, да? Не, не Прохор, нет. Еще Федор. Ой, женская доля такая. Каждый раз думаешь, это он. А потом видишь, что почтальон. Один такой крутой. Говорит, я в «Газпроме» работаю. Я там всем заправляю. Оказалось, на заправке «Газпрома» бензин заправляет. Шланг сует. Больше нечего. Ой, а Толечка был, Толик. Такой романтик, господи. Все время говорил, моя роза, роза. Мне дошло дело до обнимашек. Он говорит, а чего у тебя такой бюст маленький? Я говорю, ты же сам говорил, что я роза. Это шипы. Ой, как-то познакомились с иностранцем из Эстонии. Понравился. Такой неторопливый, степенный. Мне 40 лет тогда было. Слышь, ля-ля, фа-фа, пошли в спальню. Короче, он пока раздевался, мне уже полтинник стукнул. Господи, а Саня, Саня был такой эстет. Он говорит мне, у вас такая улыбка голливудская. А я говорю, как Анджелина Джоли? Он говорит, нет, как у Кинг-Конга. Хамло. А то художник на меня запал. Ой. Вы, говорит, такая необыкновенная, но я-то знаю, какая. Я, говорит, вас хочу видеть в гипсе. Я говорю, что ты хочешь руку мне сломать, негодяй? Он говорит, что вы, я с вас статую лепить буду, слышь? Богиня охоты Диана на коне. Правда, я Диану уже слепил, с вас буду коня лепить. Я его послала, я же знаю буквы все. Ой, хотя, знаешь, вот творческие мужики, они все прибабахнутые. Один был театрал, ну, каждый вечер из дома уходил, то, говорит, на Жизели был, то на Анне Карениной. Оказалось, все время был на Анне Сергеевне из 35-й квартиры. Я еще насторожилась, когда он побрился, надеколонился и говорит, сегодня в театре дают три сестры. А потом узнала я, что не в театре совсем, а в соседнем подъезде. И никакие не сестры. Ну, вот такой обман. А врач был. Ой, господи, народный целитель. Собирал лечебные травы. Всегда такой веселый, позитивный. Ля-ля, фа-фа. Ну, посадили. Не те травы собирал.
А тут еще маски ввели. Пошли со своим в магазин. Обратно идем, он упирается. Его как подменили. Домой не хочет. Я пинками его домой привела. Маску сняла. Вообще не он. Продавец оказался. Я вообще за верность, за постоянство. Просто хочется найти одного единственного. Помню, целый год встречалась с одним. Год. С мужским хором. Но я тебе честно признаюсь, за все эти годы только один раз нашла нормального. Аккуратный, бритый, сам готовит, стирает, убирает. Оказалась баба. Я вам по секрету скажу. Я почему замуж выхожу? По залету. Сосед сверху курил. Неудачно, видно, перегнулся. И ко мне на балкон залетел. Так он пока не очнулся. Мы его быстренько с подружкой в ЗАГС тащим. Так что пожелайте мне большого семейного счастья. Я девчонка молоденька, а зовут меня Володенька. Впрочем, то, что Винокур – блистательный мастер смеха, в этом вас, друзья, убеждать не надо. Но и в жизни он – шутник из шутников. На одном аншлаговском концерте я получила такую записку. Регина, вы однажды сказали в аншлаге, что Владимир Винокур в молодости работал в Елисеевском магазине. Неужели это правда? Но я такого не говорила. Я просто однажды, рассказывая о Винокуре, упомянула про Елисеевский магазин. Вспомни эту историю, Володь. Ну, мы просто студентами были, когда, ну, знаете, в театральном институте, ну, дурака валяли. В Елисеевском магазине, знаете, там прилавок мраморный был. И зимой мы, значит, мы шапки вот так завязывали с моим приятелем. Он был двухметрового роста, хороший певец там. Вот. Я поменьше, на метр. И подходим к прилавку, здесь уши завязаны, знаете. Вот. И такие дубленки раньше были, старшее поколение помнит, тулупы, знаете. Ну, мне из Курска прислали такой покороче тулуп. И так воротник поднял, завязал. Говорю, граждане, все так, очередь же большая. Все, раз. Я говорю, шаг в сторону. И все так, раз, в сторону. А второй мой товарищ, длинный, он с блокнотом. А у меня уже выбит чек. Все, выбито там. Я метр. Меряю. 1.50 м, он пишет, 1.50 м. 1.20 м. 1.20 м, он пишет. Продавщица спрашивает, что делать-то будете? Я говорю, прилавок менять, жалуются люди. У вас мраморный, холодно зимой. Будем деревянный делать. Вот. Вы заодно дайте мне там это. В общем, она мне там пакует, а я меряю. 1.60 м. Все. Граждане, все так. Раз. Шаг вправо. И все вправо. Я забрал эту жратву. И мы пошли. Пошли, и все спокойно стали вот набирать все. Да. Один мужик только догнал и говорит... Слышь, сынок, ты сантиметр этот, метр, ты же, говорит, другой стороной держал. Как же ты цифры видел? Ну, видно, строитель. Вот. Ну, я говорю, извини, в следующий раз переверну. Ну что ж, дорогие мои, поскольку в нашем сегодняшнем аншлаге воспоминания чередуются с концертными номерами Владимира Винокура, то сейчас самое время посмотреть еще один номер. У меня баба знакомая есть. Одна, ну типа жена. Хожу к ней раз в неделю, заодно и поесть. Так она сейчас в претензии ко мне, знаешь?
Каждый раз, как приду, она: «Вот, ты мне внимания мало уделяешь. Поешь и сразу спать». Я говорю: «Ты чего? Как ты? Чем ты недовольная? Что я кушаю вот это вот, то, что ты готовишь? Или то, что я коньки не отбросил от этой еды чертовой?» Она странная баба, знаешь, Регина. Недавно спим, она как заорет: «Вась, Вась, Вась, возьми меня ночью!» Слышь? Я говорю: «Да спи ты, никуда не едем». Я говорю: «А что тебе надо-то?» Она говорит: «О, Тамарке мужик цветы дарит». Подружка уехала. Я говорю: «Какие цветы?» Да, говорит, подведет ее к клумбе и говорит: «Рви любые». Я говорю: «А кто тебе на той неделе из помойки кактус принес?» Она говорит: «Правильно, на стул поставил. Я потом целый день ежиком ходила». Я говорю: «Что ты хочешь?» Она говорит: «Хочу, чтобы ты мне под балконом песни под гитару пел». Я говорю: «Ты чего? Ты же знаешь, у меня голос как у сливного бачка испорченного. Мне же кто-нибудь помойное ведро бросить сверху». Она говорит: «А ты каску надень». Я говорю: «Где я каску возьму?» Ну, пошел, задумался, каски-то нет. Миску свистнул дома. Надел на следующий день. Под балкон встал с гитарой. Слышь, стою и думаю: ну, чистый розенбаум. Знаешь, миска на солнце блестит, как лысина, понимаешь? Ну, усов нет, вырастут. Ну, и начал потихонечку там. «Оглянуться не успел я, из-за Люськи стал седым». Смотрю, на втором этаже окошко открывается, бабка такая хорошенькая, лет 75, выглянула так и мне говорит: «Саша, розенбаум, всю жизнь тебя ждала, заходи, я вся готова». Я говорю: «Бабка, ты окошко-то закрой, я не тебе пою, я Люське из 26-й квартиры». Она говорит: «К Люське милок опоздал, Санечка, к ней один раз в неделю ходит пожрать, заодно и за сексом. Вот, на больного хряка похоже». Я говорю: «Бабка, я тебя сейчас как запулю булыжником». Она говорит: «Ой, сыночек, а я тебя не признала сразу. За Александра Розенбаума приняла. Ой, Господи». И закрыла, значит, окошко. Потом вдруг открыла, говорит: «Ты сверху-то на больного хряка не похож. На здорового похож». Ну, я думаю, ладно, черт с ней. И опять, знаешь: «Только пуля казака по степи дого...» Вдруг из подъезда мужик выскакивает, ко мне подошел, говорит: «Слышь ты, казак чертов, я тебе сейчас контрольную голову кулаком дам. Ты чего к моей клавке пристаешь?» Я говорю: «Старик, нафиг мне твоя клавка? Я Люське из 26-й квартиры пою». Он говорит: «И тебе не нужна. Куда же мне ее девать?» Я говорю: «Старик, ты сам с клавкой распорядись, а у меня Люська вон». И пошел опять. Ляй-ляй-ляй-ляй-ляй-ляй. Вдруг по башке бабах что-то такое, прям по миске. Думаю: «Все, помой». Глядь, граждане, деньги. И из окон как начали орать: «Розенбаум, браво! Гоп-стоп давай! Вальс-бастон давай!» Бабка со второго этажа прям цветы в меня бросила. В горшке, правда. Я так увернулся, деньги стал собирать. Граждане, собираю, это же моя полугодичная зарплата. И думаю: «Господи, что ж я? Ты... Зачем же мне? Я ж пару домов, тройку обойду и в полном порядке. А от Люськи одна изжога». И пошел. Гоп-стоп, мы подошли из-за угла. Гоп-стоп, ты много значишь. Дорогие мои, я, конечно, не открою секреты, если скажу, что Владимир Винокур и Александр Розенбаум – давние друзья – и на сцене, и в жизни. Помню, как-то мы снимали «Капустник», в котором Винокур не упустил возможность сделать пародию на своего друга. А как Розенбаум отреагировал на это, вы сейчас и увидите. «Гоп-стоп, кто ж пародирует меня? Гоп-стоп, Семен не даст тому житья. Мотаю срок в эстрадной зоне, яркий в законе, пою в Кремле и в гарнизоне. И в любом сезоне от кайфа зритель мой так стонет, что, боюсь, всем будет отходняк». Ну давай споем, Саня.
тянет осенью из леса, дом над крышей вьется дым, и Антоновка созрела, пожелтела, оглянуться не успел я. Друг мой Вовка стал седым, а ведь тоже было дело. Друзья, вы наверняка со мной согласитесь, что все номера Владимира Винокура имеют большой успех. Но один из них зрителям нравится особенно. И если Винокур на каком-то концерте его не исполняет, то в зале обязательно найдется товарищ, который крикнет: «А теперь давай про русский язык!» Я хочу опередить этого зрителя и объявить сейчас. В нашей программе с монологом «Русский язык» народный артист России Владимир Винокур. Я работаю в ЖЭКе. Народ у нас простой, может, мы университетов не кончали. Но что касается великого и могучего русского языка, то мы его знаем во всем его величии и могуществе. И то, что многие называют матом, а для нас это обычно повседневная речь. Если бы за матюки давали Оскара, мы бы из этих статуэток сделали километровый забор вокруг ЖЭКа. И вдруг один начальник издает приказ, что в связи с культурным обслуживанием населения, кто хоть одно слово матом скажет, штраф 1000 рублей. 1000. Это... Нет, ты зря, за каждое слово. Слышь, а при нашей профессии это 5 минут, зарплаты нет. Конечно, народ приуныл. В ЖЭКе повисла вообще гробовая тишина. Поговорить не о чем. И вдруг... В ЖЭК вбегает наш слесарь Михалыч. Ну, что сказать про Михалыча? Это, ну, это человек счастья. Вот запретить Михалычу ругаться матом, это все равно, что футболисту ноги оторвать, сказать, забивай. Вот как нашим футболистам. Что им оторвали? Не знаю. Перестали забивать. Бегает Михалыч. А Михалыч, к ему в прошлом году из Академии наук приезжали... Просили помочь в составлении словаря русского мата. Михалыч трое суток надиктовывал, трое суток. Ни разу не повторился. Это гений, понимаешь? Дыхает Михалыч. И мы думаем, ну все, хоть услышим родную речь. Многие прослезились. И вдруг Михалыч говорит: друзья, какая жуткая неприятность, какое глубокое разочарование застало меня, когда я увидел, что случилось с жильцами соседнего дома. Так вот, полное впечатление, что вошел Михалыч и сказал: «Parlez-vous français?» На французском. Я говорю: «Михалыч, а нельзя более конкретно по-русски сказать, что там за неприятность произошла в соседнем доме?» И вот чувствую, знаешь, вот чувствую, что вот у Михалыча сорвется конкретика, но Михалыч не миллионер. Он сказал: «Прошу за мной, господа». И мы, господа, повалили за Михалычем, а там
обычная история. В соседнем ЖЭКе мужики, такие же, как мы, траншею рыли и ковшом экскаватора. Трубу задели, фонтан кипятка до 5-го этажа. Даже у меня вырвалось. Какого хуя? Но я вовремя себя остановил. Знаешь, а мужики наши, слесаря, ходят так, руки заламывают. Вау, вау. Мы потрясены увиденным. Михалыч сказал, это какая женщина со склонностью к плюрализму в отношении противоположного пола вот это сделала? Где этот мужчина, возлюбивший своего ближнего нетрадиционным путем? Желаю его маме хороших интимных отношений до скончания века. И тут он видит этого водилу экскаватора и говорит: ах ты, особь женского пола, семейство собачьих. Чем ты руководствовался, когда совершал свой поступок, блин? А тот стоит, у них тоже в ЖЭКе приказ вышел. Он так тщательно подобрал слова и сказал: мужики, Михалыч, да я и сам охарактеризовал бы это как нетипичное явление для нашей профессиональной деятельности. Михалыч сказал: да идите вы, мой юный друг, по месту вашей постоянной профессии. И где только берут таких людей с ориентацией Кончиты Вурст? А я подхожу к нему и говорю: бригадир, пардон, конечно, а каковы будут дальнейшие ваши указания, пардон? А Михалыч раньше, ну, до приказа, любой предмет называл одним словом, будь то труба, втулка, прокладка, гаечный ключ. Все одним словом. Ерунда. Возьми эту ерунду, ставь в эту и закрути этой ерундой. А тут друг Михалыч сказал: коллеги, надо расшплинтовать контргайку, чтобы привести в движение шнековый механизм заслонки, минуя подачу воды в поврежденный фрагмент горячего водоснабжения. А поток кипятка по улице течет, там наверху линию электропередач замкнула, искры вниз, а здесь газопровод. Там бабушка из подъезда, мальчик на велосипеде, девочка через скакалку. Еще чуть-чуть, и будет полный коллапс всему. И тут Михалыча перемкнуло. Он плюнул на приказ и как заорет: я! Вашу! То есть Михалыч за 5 минут потерял зарплату на 10 лет вперед. Но мы бригадира поняли и сразу все починили. В ЖЭКе Михалыча ждало 2 приказа. Штраф на 800 тысяч рублей и премия на 1 000 000. Потому что руководство понимало, что в нашей профессии без великого и могучего русского языка ничего не получится. Вот так. Друзья, даже такая серьезная наука, как статистика, точно не знает, сколько букетов было преподнесено Владимиру Винокуру на концертах.
Да и не в количестве тут дело. Главное, что каждый букет – это признание артисту в любви. Артисту, который и сегодня так же молод, как и 20, 30, 40 лет назад. Ведь всем известно, что возраст определяется не по паспорту, а по состоянию души.